этого мужика либо за пару месяцев развела на лям. Сколько тебе лет? 20. Спать с каким-то богатым мужиком за деньги? А когда ты спишь с каким-нибудь нищим и бесплатно, тебе всегда очень приятно? Если совсем неприятно целоваться, то можно быстро перейти на шею. И провести рукой по плечу, как будто это самое прекрасное, что ты видела в жизни. Это графики встреч. Спасать хрупкую и бледную куда приятнее, чем розовощёкую с печеньем во рту. Никогда нельзя спать с кем нравится. А то потом еще сложнее будет. Это не деньги. Это свобода. Ты знаешь, что мужики на 100% верят только тому, что они хитростью выяснили сами? Что я сейчас должен сделать, чтобы ты исчезла? Поцелуй меня. Нельзя связываться с женатыми и с детьми. А как понять, что за тобой следят? Проще самой их к этому подтолкнуть. За что тебе платили такие деньги? Ну, в основном за то, чтобы от меня избавиться. Я хочу развести одного мужика на лям.